Nokia 58 2.0. Замена полифонических динамиков. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 58 2.0». Полифонический динамик извлекается из ниши металлической лопаткой. Динамик намагничен, так что его замена не составит особого труда. Точно так же извлекается и второй динамик. Полифонический динамик чаще всего выходит из строя по причине перегорания либо засора. Новые динамики устанавливаются так же просто, как и снимаются. Достаточно поднести их к своим нишам и слегка надавить на них пальцем или инструментом. Полифонические динамики заменены.